и многие другие референдумы. Бельцы проголосовали за инициативу провести референдум, 24 тысячи. И каждый день дождь, не дождь, снег, мороз, мы выходили на работу. Приходили многие люди. Были и люди с 28 года. И спрашиваешь этого человека, ну вам не трудно, как-то вам помочь? Не надо, я справлюсь сам. Я жалею, что в мое время, в моей молодости такого не было референдума, чтобы что-то изменить. Человек верил, что мы изменим. Мы должны изменить. Но как мы можем изменить? Я, на мой взгляд, давайте забудем между собой маленькие эти обиды, маленькие амбиции, маленькие... Впереди у нас большая цель. Победить этот криминал. Как вы думаете, один честный человек стоит посередине. У одного честного человека есть один канал. И у другого честного человека 6 каналов. Кого я буду слушать? Поэтому надо разобраться, не торопясь, что все-таки один человек честный у нас сегодня. Это журнал ТВ. Я с удовольствием слышу. Я с удовольствием слушаю передачи Константина Кияна. Это человек, который в нас вдыхает уверенность.